Ну здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают. Да я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал под резиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюды. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у батя раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем, так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Так бы что ли сходить лошьё какое выставить, пробздец? Да.
Мы тут чё вообще? Мы караван чисто ждём. Видишь, пацан ещё о дело говорит. Ну, караван Глеба с пацанами ждёт. А мы тут чисто... Несу! Нас посекли бы, стуканули караванщиком. И капец плану Глебы, а это сечёт, чем пахнет. На пику подымем. Точно! И это если нам чисто портанилов, понял? Ну а чё мы этих тогда на месте не кончили? Алло! Глеба сам на ваши крючки будет. Так у них же под север. Куда их теперь? Калашины! Мы на ваше дело можем. А баши чисто храбр снести и толкнуть в пробавник габузом. Мост брать будет, понял? Свистит на ножи. А с такой малиной и буксиром мы тут все караваны перещелкаем. Подымемся. Бригадиры к нам в шестерке будут ломиться, понял? Вот, это реальная тема. Глыба чисто реально крут. Брателло, а фиг ли эти чарились? Нас искали? Да какое? Они же с разными молниями драться шли. Не. Реально, брателло, они все четыре чисто долбанутые все. Электричество за сатану держат. Я их уже год как режу, наслушался. Мля, реально долбанутые. А как-то они молнию валить думали? Известно как. Крестным знамением и молитвой. Вот утырки эти. Реально утырки. Там полно жмуров ихних. Так их пахан, чё думаешь, остальным втирает? Чё? Зажмурился, значит, не верил. Грешник и еретик, значит. Сечёшь? Ой, бля, выдают! А ты думал, точно долбанутые. Хе-хе, да мля, мы их на пике насадим, они еще спасибо должны сказать. Реально, им же лучше будет. Надо с табачелой срезать. Это чё, сука, шум там на? Не бросай нас! Слышишь? Не оставляй невинные души в беде! Не оставляй нас тут!
Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Себя! Тебя ведь Силантия анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с Божьей помощью. Да, волей его. Как следует, оденьте, грохнется и валить куда подальше, пока не очухалась. Фу, зараза.
Приколи был, бля. Меня лысый, сука, на слабо по пьяни развел. И чё там? Там, походу, отец... нас завалили, суки! Пусто! Все, пацанчик, я сдаюсь. Как ложка разделалась. Прошаренный пацанчик, реально. Эх. Хоть, бля, не шмальнул сразу. Черт, я умру!